Rust. Это самая захватывающая игра, где каждый выживает как может. Обычно моя тактика была такой. Я бегал, крафтил лук, убивал и строил дом. Убивал снова и снова, но этот геймплей себя уже изжил. Я хочу сделать что-то интересное, атмосферное и захватывающее. И я начну с постройки своей фермы. 44 металла, у меня есть и око. У меня есть топор, я могу скрафтить лук. Звучит уже неплохо. Картошечка. 8 картофелин я откопал, ничего себе. Семена картошки, это уже неплохо. Вообще мне нужно бежать куда-то к бандит-кэмпу, потому что там я смогу купить все для фермы. Ух ты, вот этот костюмчик мне сейчас не помешает. А те чуваки походу за мной идут, да? Йоу-йоу-йоу. Have a nice day, my friend. My naked friend. Thanks, man. Have fun too, man. Thank you. Hello, guys. We're friendly. We try to go to center map. Are you friendly? Yep. You friendly? Yes, man. I'm friendly. We're friendly. Hello. We're just trying. I was just passing by, man. I can give you potato seed if you need. Do you have any food? I can give you I potato need seed food, if you need. Do you have any food? Этот парень просил еды, но у меня ее не было. И как только я нашел картошечку, я решил вернуться и отдать ее ему. Эй, my friend. Do you need food? Good luck, bro. Воняет, чуваки. Хорош. Чуваки меня ща убьют. Выключить музыку. Короче, давайте договоримся. Короче, не, выходи просто, давай поиграем в игру. Нет, на Potato Seed, я не буду в тебя стрелять, не бойся. Так, если вы выиграете, я вам даю 4 канистры. Это, то есть, 200 металла, это, в принципе, неплохо. А если я, то хотя бы 2 патрона на Иоку. Как вам такая сделка? Вот эти соленья твои, хватай. Давай, хавай, ты первый. Ничья. Нет, это Андрюша 2013. У него берданка есть? Привет. Андрюша, тебя ща убьют, мне кажется. Я эту рейду сломал. На, пусть тебя убивают. Молодец. А мне не нужна, на, держи. Я добрый фермер, я никого не трогаю. Ну, пока что. А этим-то зачем у них в турели стоит берданка? Я ее только собираюсь отстраивать. У меня вот есть семена, как бы, и потата, и вот, конопли. Тебе дать? Поделиться? Ты строй ферму рядом, мы тебе удобрения будем приносить. Пока я искал место для строительства, на меня напали. Ну, я как бы добрый фермер, но не безобидный. Оп! Плюс револьвер. Ферма. Моя ферма должна быть отстроена где-то возле аутпоста, потому что, ну, там как бы самое нормальное место, самое подходящее. А ну стоять, не двигаться! Оу, дверка железная, кирка. Вообще, знаете, я бы для начала построил обычный мега-антирейдовый дом. Фух, по-моему, все улучшил. Но мне кажется, у меня теперь под дверью сидеть будут. Ну ладно, ничего страшного. Don't destroy my foundation, my friend. Why? Tell me, bro. Why? Не успел я отстроиться, как я познакомился с моими соседями, которые стали ломать мои фундаменты. Не знаю зачем. Походу, возле меня кто-то что-то рейдит. Thank you.
Время сваливать. Так. Мне нужно обустраивать этот домик. Я хочу вот здесь поставить красивые крыши. Привет. Хазмат. И мне бы сюда еще гантрапы намутить, было бы классно. Они такие сюда подходят, а у меня сверху гантрап стоит. Макет моей мини-фермы был уже построен, но чтобы ее заапгрейдить, мне нужно было нафармить немного камушка. Настало время немного улучшить мой домик. Я надеюсь, я смогу запрыгивать домой, да? Смогу. Ну, кстати, домик выглядит ничего так со стороны. Хотя, вот эта стенка, конечно, такое. Так, ну что? Сажаем картошечку. Здорово. Так, опрыскиватель стоит 15 скрапа. Я даже и не знаю, что мне нужно. Мне компостер нужен. О, так его можно было крафтить. Серьезно, его даже изучать не надо. Бочка с водой. Ну, она мне тоже не помешала бы. Но я, наверное, найду ее. Честно говоря, даже надо было лампочку купить. 30 скрапа. Можно где-то наколотить его. Как тут мои растеницы поживают? Куда бы компостер запихать? Закупив все, что мне нужно было для фермы, я решил это все поизучать. И это 20 скрапа. Хм. Ну неплохо, все изучил то, что хотел. Изучить осталось мне найти бочки, и тогда у нас уже будет хорошая ферма. Вау, вот это по таймингу. Возле меня полностью развалился дом. Там был открыт шкаф, и так как мне нужно было все, я позабирал все ящики и печь. Второй верстак есть. Тут очень много всего, что мне пригодится. Красиво? Красиво. Сейчас мы поставим лампочку и попробуем ее запитать сразу. Я могу сразу от нее провести. А почему она не работает? Осталось найти аккумулятор. Бегая, собирая различные ресурсы, я заметил какого-то подозрительного антиратчика. И решил с ним поговорить по-мужски. Hello? Куда это ты побежал, дружок? Далеко? Обо... Чего? Лол! Нормально! Оказалось, убивать калашиста возле моего дома было не очень хорошей идеей.
Да, убивать одного калашиста это было еще вполне разумно, но убивать целый клан... Это не дом! Это имба! Так, все, пацаны, можете уходить. Я пока никого не трогаю. Походу, меня сейчас будут рейдить. О-оу. Кажется, они немножко расстроены. Все, минус. Офигеть, я тут типов убил. Не, меня просто толпой забили. Меня просто забили толпой. Так обидно. И последнее, что я увидел перед смертью, это никнейм рейдера. Домик они дорейдили не до конца. У меня оставалась одна дверь. К сожалению, застроить я ее не мог из-за того, что у меня стояли крыши. Поэтому я решил отстроить неподалеку свою ферму, но уже немножечко побольше. И да, целью на этот вайп у меня стал этот парень, Флякич. Так, но у меня есть болтовка. Я не знаю, как застраивать этот домик, потому что, ну, это практически невозможно сделать. Не, ну как бы на такие жесткие расходы я идти не собираюсь, потому что я не могу застроить этот дом. Ну такая ферма это будет, конечно. Но
Наверное, какая-то большая ферма у нас получается, но выглядит неплохо. Так, если сделать все вот так. Во, вот это я понимаю. А вообще я бы сюда витринку, конечно, запихал. Ну ладно. Блин, выглядит очень даже неплохо. Привет, мой любимый домик. Ты мне служил верой и правдой. Почти долго. Так, надо поставить шкаф куда-то. Здесь у нас будет мини-лутовая. Идеально. Ой, я проем не лучше. Мне нужно было улучшать мой макетик, и поэтому я отправился на фарм камня. Снова. Видно, что милый фермер живет здесь. Какая красота! Это мечта, а не дом. Походу, тут все-таки надо две двери делать. Это я заберу. И это заберу. Это мои лампочки. Хотел перенести, думал, у меня лута много, а тут очень много лута. Зато у меня есть компостер. Главное, никого не байтить на мой дом. Тогда будет все хорошо. Так. Скажи, что у тебя были какие-нибудь компонентики. Я умею тут что-то крафтить? Насколько я помню, у них дверь... они, походу, еще обустроились. А вот это проблемка, потому что у них была только дверь, гаражка... И можно было буром уже выдолбиться. Блин, реально. Как же это, блин, не вовремя. О, картошечка. Вообще мне нужно найти брезенты, бочку, в которую я буду набирать воду. Что-то мне еще нужно было. Я точно не помню. А, аккумулятор мне нужен был. Блин, почти нужные вещи выпадают. Оп. Где ты раньше был? Я вот эту вот штуковину, кстати говоря, покупал за 30 скрапа. По-моему, эта штучка нам нужна. Бам. Гантрап! Чувак! Эта штуковинка пост... Ну окей, можно отсюда ее запитать. В принципе. Я мирный, дружелюбный электрик. Так, мне нужен первый верстак, как минимум. Пока что. Что мы должны скрафтить? Вот это, вот это, вот эти штучки, вот эти штучки. Вот это у меня есть, окей, крафтим. Сюда хоп, хоп. Блин, мне же еще бочка нужна. О, хорош. Идеально. Я просто электрик. А, тут у меня лампочки еще нет. А вот теперь есть. А? Вот так вот.
Отлично! Бочку мне искать не пришлось, мне ее скрафтил мой сосед. Спасибо ему за это большое. Нифига себе тут трубень, конечно. Так, ладно, мы сделаем по красоте, мы же нормальные, как бы, электрики, все дела. Оп! Красота! Хоть я и поставил водосборник, но воды он набирал очень-очень мало, и поэтому мне пришлось отправиться на речушку. Ну что, конь, время бежать домой. Водичка у нас есть. Как же тут ночью красиво. Оу, вау, и все работает, да? Ну, кроме воды, потому что воды здесь, к сожалению, нет. Где мое электричество? Где мой свет? Так, патроны крафтить я не умею. Изучаем патрон. Изучаем берданку. Изучаем гаражку. Изучаем гантрап. Лестницу изучаем. Пока, в принципе, все. 500 дерева, 250 металла. Это жирненько. Ну ладно. Брат у тебя. А, мой принцип упал. О, я тоже только что принес. Ничего себе. Вот этих? Да-да. А вот да, вот эти каменки. А у них, наверное, бункер, да? Смотрите, ну у них типа 200 медовута, вот с той стороны, по-моему, 200, если не ошибаюсь. Но у них бункер. Как бы там МВК по-любому. Сосед мне мой рассказал то, что в этом доме живут негодяи, которые его убивали. И вот вы мне не поверите, наверное, это совпадение, но один из них был чувак с ником Флякич. Да, те самые рейдеры, понимаете, о чем я? Кстати говоря, мой сосед умел крафтить еще и сишечки с экспой. В дальнейшем мне это очень-очень сильно пригодится. Поверьте, это далеко не конец, это всего лишь конец первой части. Впереди вас ждет очень-очень много всего интересного. Я рассчитываю на вашу поддержку. 10к лайкосов и продолжение выйдет уже завтра. Всем пока.